Площадь перед Домом культуры Центрального района на несколько дней превратилась в цветущий сад. У прилавков не протолкнуться. Любители садов и огородов знакомятся с весенним и летним ассортиментом. Одни выбирают фруктовые деревья для сада – яблоко, персик, виноград. Другие – растения для дачных клумб, например. В ассортименте десятки видов. Жизнь заставляет тянуться к прекрасному, как-то жизнь себе продлевать положительными эмоциями. Это будет вечный интерес, вечный, потому что люди внутри всегда добрые остаются, и вот здесь они становятся самими собой. Любители прекрасного цветоводы могли познакомиться и с коллекцией комнатных растений. Экспозиция развернулась в холле Дома культуры. Это не теряющая актуальность герани, фиалки и кактусы. Ну а на пике моды сегодня адениум. Растение с вот таким необычным стволом и корнями, которые находятся как будто над почвой, а украшают адениум цветы, напоминающие розы или лилии. Разведением этого вида сочинец Константин Голованов занимается последние 4 года. В его коллекции больше 6000 таких цветов. Очень необычное растение, красивое. Можно любые формы придавать. Вот. Неприхотливое, прекрасно чувствует у нас в Сочи здесь. Вот. Достаточно интересное. И на одном растении можно методом прививки можно сделать несколько цветков. Например, на одном растении можно 3, 4, 5 разных цветков. То есть оранжевый, желтый, красный, черный, например. Подобные выставки в Сочи проходят весной и осенью и традиционно собирают цветоводов со всего Краснодарского края уже 15 лет подряд. Выставка будет радовать своей цветущей экспозицией до 26 марта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.